Всем привет! И мы продолжаем обзор аквапарка Freestyle. Да. Мы решили поменять место, потому что замедленно, отсюда ничего не видно. Мы посмотрели только одни брызги. Сейчас я перейду, засниму вам с козырного местечка. В общем, мы перешли, сейчас я засниму отсюда, сверху. Давай. Все, я знаю, за щитом надо быть, да? Вот, смотри, типа садишься в такую штуку и выливается вода. Короче, Миша полетел, просто мы тогда только поднимались. Вот такой отсюда офигенный вид открывается. Давай. Я за щитом. Защита. Только хорошая фраза. Козырная какая-нибудь. Да, будет. В общем, вот так вот садишься. Хорошо, я так засниму сейчас тогда. Вот такая вообще эта труба. Я вначале думал, что типа оттуда сверху едешь. Но оказывается, только здесь. То есть такая короткая горка, маленькая, но веселая. Ну, сейчас Миша сказал по-другому заснимем чуть-чуть. Давай. Я понял, хорошо. В общем, буду снимать туда вот вперед, он сказал. Съемка есть. Блин, просто вода попала на камеру. Конечно, у меня есть это всякая влагозащита, но все равно, понимаете, стрёмно, потому что не подлежит гарантии. Не нырять с бортика, мы не ныряем. Здесь, получается, есть для пилинг рыбками можно сделать в этой кабинке. Здесь лавки, подсветка офигенная. И это еще один альтернативный заход. Давай еще раз. Короче, туда решили не рисковать. Вот так вот, новый способ съемочки. Он залазит, а я вот отсюда снизу, и защита есть. Ну, я надеюсь, то, что на этот раз не попадет. Так, очередь там. Кстати, знаете, вот уже к 11 часам подошло людей. Короче, от Миши много воды. Мы решили, что Глеба все-таки заснимем. Ждем, пока там наберется. Погнали. Ой, блин. Где он там? Где он? Не выплывает что-то. Сейчас Мишу еще заснимем. Ой, блин. Ну что, получилось? Ну, почти получилось. Красиво, тепло, кстати. Здесь намного теплее, чем в Лебяжем. Здесь реально может... Да, там красиво очень. Короче, видно, круто. А в замедленный не снял. А зачем замедленный? В общем, здесь... Да, на туалет. В общем, здесь очень хорошо в этом аквапарке. Намного теплее, чем в Лебяжем. Здесь вообще, я думаю, температура воздуха каких-нибудь 28, уверена. А воды 25 или даже 26. Надо посмотреть будет информацию. Потому что здесь вообще не холодно. Даже идешь, наоборот, так тепло. Так, вот там наши лежачки. И сейчас я вам покажу, как здесь вообще устроены все горки. Вот здесь общий бассейн, и он соединяет ту отдельную горку. Типа она считается такой самой крутой. И вот здесь все остальные горки. Как мы считаем, та горка номер один. Вот горка, она номер два. По степени такого экшена. И здесь они выходят все в один бассейн. Проход на те горки вот по этому коридору, откуда мы заходили сюда. Здесь вот также есть всякие душики в воде, гидромассаж, все такое. Есть здесь горки на кругах, а есть без кругов. Так, сейчас я вам покажу проход. Здесь, кстати, надо быть осторожно, потому что здесь вот ступеньки, можно их и не увидеть. Получается, чтобы попасть на горку, нужно подняться по ступеням, там не то, что в аквапарке или даже там
8 этажей, и здесь всего 5 этажей, самая высокая горка. Вот я поднялся на первый, смотрите, какой уже отсюда вид открывается. И вот сюда вот приезжают горки. Одна горка на кругах, а вторая это просто без круга. Поднимаемся еще выше. У меня здесь на самый этаж идешь идти. Ихо, смотрите, информация. Это мы на эту горку, она называется туалет. Давай. Опа, полетел. Здесь типа можно настраивать еще свет в горке. Включили музыку, и вот внутри разноцветный. То желтым, то красным. Если в лесу, то зеленым. Если море, то синим. То есть прикольно. Здесь получается должна быть минимальная высота, наверное, 110, чтобы проехать на этой горке. И ты должен уметь плавать, потому что 2,5 метра на финише. Смотрите, какой отсюда вид крутой. Вообще, здесь, как я понял, этот аквапарк переоборудовали из фристайл-центра. Вот Миша включает себе музыку. Опа, полетел. В общем, я их подожду, я не буду спускаться. Эта горка находится на самом верху. Я бы сказал, что это этаж, ну, даже, может, 7-й, хоть по факту это 5-й. В общем, этот аквапарк переоборудовали из фристайл-центра. Здесь вот раньше был фристайл-центр, и вот эта штучка, по которой съезжают на лыжах и прямо прыгают в бассейн. А здесь сделали вместо этого аквапарк. То есть это мы сейчас ходим под спуском на лыжах. Все, это самая высокая горка, выше уже горок нет. Сейчас мы спустимся на низ, и я покажу, какие здесь еще горки. Спускаемся на низ, здесь информация. Вот написано даже «Космическая тарелка». Вот как оказывается. Можете прочитать, что тут надо. И еще вот горочки. Какой вид с окна открывается. С другой стороны вид на бассейн. Видно, это территория другого центра. То есть это уже не относится к аквапарку, потому что оно через забор. Вообще аквапарк вот так вот устроен. Снизу ходят спасатели, они в такой специальной экипировке разноцветной. Здесь, кстати, видите, есть камеры. Вот, можно посмотреть, когда съехал, то есть по ситуации сам ориентируешься. И вот, вот этот трамплин от фристайла ведет прямо вот в тот бассейн. И раньше это было типа база, на которой тренировались и прыгали с лыж. А теперь сделали аквапарк. Вот такая вот штучка. Это горка без круга. Смотрите, какая она прикольная. Это я сейчас стою, получается, на предпоследнем этаже. Из всего здесь 3 этажа. 3 этажа с горками, начиная с 3-го. Большой плюс по сравнению с лебяжьим, что здесь вообще нет очередей. Сейчас уже 12 часов, а здесь буквально во всем аквапарке может человек 20. И ждать вообще никого не надо. Я не знаю, что-то Миша и Глеб не приходят. Наверное, пойду сам и посмотрю, где они. Это я уже спустился на 3-й этаж. Здесь пространство, где можно погулять, намного больше. И здесь тоже 2 горки. Я не знаю, где Миша и Глеб, что-то они, может, на лежаки легли, хотя мы договаривались встретиться. В общем, пойду к ним. И все, уже спускаюсь на низ, здесь горок на этом этаже нет. То есть, как я и говорил. Ну, на этом этаже, типа, пройдемся, я здесь, кстати, не был. Получается, это просто 2-й этаж, обзорный, типа, прогуляться можно. Здесь тупик, понятно. Короче, там тупик, не пройдешь, только если в эту сторону. Вот такой вот. Пройдусь по 2-му этажу, покажу вам панорамный вид. Ага, здесь получается бар. Все ясно, да. Это был указатель на бар, и я иду к нашим лежакам. Вот они съезжали по этой горке. Смотрите, как она прозрачная в некоторых местах. Сейчас вылетит. А нет, они не по этой. Это горка на круге, она прозрачная. Но мы съезжали все время без кругов. Посмотрим, что здесь, бар открыт. Ну, что-то не ясно, в баре ничего нет, наверное, он закрыт. Здесь, походу, бар в другом месте. То есть эта дорожка соединяет бар с горками. Вон они сидят там, точат. А я думал, придут назад на горки. Ну ладно, сейчас пойдем заново на горочки. В общем, вот такой вот аквапарк, очень крутой.
красивый, дизайнерский, все новенькое, чистое, никакой плесени, никакого запаха, тепло, вода офигенная, людей мало, то есть одни плюсы. Кстати, мы пошли в аквапарк на 180 минут, это получается на 3 часа, мы пришли в 11, сейчас уже 12:15. И мы, получается, как я говорил, всего за 30 минут проехали все горки, и сейчас будем чилить. Ну что ж, а на этом серия заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. С вами был Паша. Всем пока.